Онлайн-формат оформления пенсий и пособий продлят на весь следующий год. При успешной работе в 2021 году его могут ввести на постоянной основе. Если у жителя нет возможности подать электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР связываются с ним по телефону и получают согласие. Это отражается в специальном акте, на основе которого формируется заявление о назначении пенсии и запускаются дальнейшие процессы по ее оформлению. Отметим, что специалисты фонда не запрашивают персональные данные, номера банковских карт или пин-коды. Если такую информацию просят сказать по телефону, значит, это действуют мошенники.